Салам алейкум, Дустар. С вами Альтер. Продолжаем смотреть сериалы, клипы, слушать музыку и так далее. Чтобы вы понимали, сегодня 12 августа. Запись о том, то, что я пилю реакции, была неделю назад. У меня сейчас, в общем, 20 видосов приготовлены. И еще надо столько же. 22, то есть, получается. Я не знаю, видите, не видите, но я уставший. Я стараюсь вообще сейчас не проебываться. То есть, если есть свободное время, сажусь, снимаю, монтирую и так далее. Вот, поэтому, когда есть свободное время, короче, я сижу и смотрю или монтирую видос. Все, я надеюсь на ваше понимание. Я надеюсь, вы не гоните на меня, то что вот так вот все. Ну вот захотел я, короче, неделю альтер устроить, чтобы каждый день там по сколько-то видосов выходил, ну по 6. Поэтому, собственно, ну сори, есть что за ожидание. Поехали, смотрим Замбетов. 6-я серия. Печальная судьба Нурика. К сожалению, мне кажется, вообще к концу сезона многих героев не будет, ну, не останется, типа, какая-то часть останется. 2-3 там. Мне кажется, даже те, кто с первого сезона, возможно, кто-нибудь из них заразится. Все может быть вообще, все может быть. Зачем мы его одного оставили? Сука! Это не твоя сука! Вина! Сука! Все, брат, успокойся! Зомби он! Валить его надо! Хочешь, я это сделаю? Ребят, давайте не будем время терять. Надо ехать за вакциной. Мара же сказал, что она поможет. Натуре, мы же знаем, где она. Все решено. Едем за вакциной для Нурика. Тимы, какой город ты? Там такие, как он, дохера, блин. И чтобы спасти одного Нурика, мы едем куча таких же Нуриков. И сами рискуем стать Нуриками. Подумайте. Да ты его не знаешь просто. Он знаешь, какой пацан? Он ради нас свою жизнь отдал. Да, если есть шанс спасти человека, нужно хвататься за него обеими руками. Тима прав. Надо ехать за вакциной. Да, только там реально опасно. Так что, девчонки, вы с Тилей остаетесь здесь, а мы едем за вакциной. Че? А че это я с ними остаюсь, а? Ну ты же орешь, что там опасно. Ты же очкуешь этих Нуриков. Вот и останешься с девчонкой. Да они сами справятся. И ничего не очкую этих Нуриков. Надо будет, любого Нурика поломаю. Да я серьезно. За девчонками пригляди. Ты что тут приглядывать, Тима? Ха, натуре. Что тут приглядывать? Гляделку не сломай, придурок. Я к тому, что мы сами справимся. А вам лишний человек не помешает. А что, лишним назвала? Для нас он лишний. А вам он не помешает. Езжайте за вакциной. Мы справимся. Тима, тут вроде безопасно. Никого нет. Нурик привязан. Нам остается просто вас дождаться. Не переживайте, все будет хорошо. Уверена? Просто вас дождаться. Мы едем или нет, а? Все. Да. Выдвигаемся. Колес путь. Ничего не произойдет, и в итоге деваху тоже укусит. Какой будет. Будьте осторожны. Вы тоже. Не привлекайте лишнего внимания. Ночью костер не разжигать, только днем. Сырые дрова не бросайте, от них много дыма. Это может кого-то привлечь. Если что-то случится, то прячетесь и не высовывайтесь. Поняла? Тима, я тоже живу. Любовная линия началась. Какие-то элементарные вещи знаю.
Хорошо. Стой. Вы... будьте осторожны. Все, все. Нихайся. Нормально себя веди. Не высовывайся. Если что, убегай сразу. И в огонь... Дима, какие дрова в огонь не кидать? Сырые. А, точно. И сырые дрова в огонь не кидать. Хорошо? Хорошо. А, Рус, мне кажется, рановато. Да, я так и сказал уже, рано. Этот, и самое главное, костер, дрова сырые не кидайте. Чё стоим? Поехали! Тиля, заводи машину! Тебя только ждем, Руся! Зачем автомат доставал? Так, предлагаю поехать по вот этой дороге, тут зомбаков будет поменьше. Ну, пацаны, какая нахер разница, с какой стороны заезжать? Это же город, там на каждом шагу зомби, блин. И вообще, нахера было ее туда везти, эту вакцину? Не могли в безопасное место затарить? Так, получилось... Да, на машине будет слишком громко, а пешком опасно и далеко. Что ж делать, а? А если мы доедем до старого аэропорта, дождемся вечера и пешком пройдемся до универа? Вариант, в принципе. Да? Да, так можно. Поехали. Классные локации. Так, пацаны, готовимся. Берем самое необходимое. Ждем вечера и выдвигаемся. Мара, вот эта карта точно не фигня? Блин, Мара, если там ничего не будет, не обижайся, понял? Ради этой карты человек своей жизни рисковал. Наверное, это что-то-то значит. Блин, Мара, он же раб, блин, додик. Может, вообще кукуха поехал. И чё ты ржешь? Он вообще-то умер. Или чё, рабы для тебя не люди? Нифига ты не изменился, Тиля. Все поменялось, пацаны. Я уже не тот Тиля, который был раньше. Поняли? Может, ты и стал лучше стрелять, но таким же долбоебом остался. Нафига ты стреляешь? Или ты хочешь тут всем зомбакам свой стендап-шоу показать, бля? Тупой. Че это, блин, наезжайте на меня, что это такое, что я сякой, блин? Да хорош уже. Валить отсюда надо. Пацаны, поздно. Руку, из-за тебя, бля! Я тут учел! Пацаны, встречаем! Всех перестреляли. Да, Мара.
Вас мужал ты? Вырос, что ли? Да он только что столько замоков положил. Мужик стал, Мара. Это потому, что мы команда, пацаны. Нас и так мало. Надо друг друга поддерживать. Да. Четко их раскидали, да? Командно. Да. Меня еще этот Теля спас. Он такой говорит, убери голову налево. Я такой раз налево. Он такой так, за миг падает, короче. С полуслова друг друга поняли. Пацаны, я рад, что мы снова вместе. Да, пацаны. Простите меня. Да ничего, Теля. Самое главное, что мы вместе. Остальное все фигня. Да. Вы еще пососитесь, блин. Ладно, давай, пацаны. Давайте так же дружно закончим эту всю херню, да? Да, давайте. Погнали. Спасем Нурика, да? Давай. Туча, они где-то рядом. Следы свежие. Я уже близко, Тиля. От меня не уйдешь. Только тихо, пацаны. Не хватало, чтобы нас услышали. Офигеть, пацаны. Это сколько я в городе не был. Особенно здесь. Я не помню это место. Конечно, не помнишь, Русик. Это же универ. Место такое ты не смог поступить. Я просто не хотел. Если бы хотел, давно поступил. Конечно. Тише, пацаны. Пойдем. А тогда Кэсси даже соскучился по универу. На туре, пацаны. Это когда мы здесь последний раз были, а? Да нас тут, по сути, и не было. Мы тут просто отчислились. Это вообще отчислились. Тихо, тихо, пацаны. Их что тут дофига тут, а? А что они просто так стоят? А что им делать? Людей нет, света нет. Вот стоят тут в полусонном состоянии. И что, теперь что будем делать, а? Пойдем оттуда обойдем. Только тише, а? Идем быстрее. А что, нельзя зомбаком притвориться, что ж там? Пройти мимо, типа свой. Короче, пацаны, с этой стороны тоже не вариант. Надо найти другой вход. Идти ли? Можно тише. Сейчас все эти зомбаки нас услышат, нам отсюда не выбраться. Сори. Слово. Ёб твою душу. Тебе, может, ты подошел? Иди давай. Только под ноги смотрите. Ножи бы достали, ну, типа, не шумно. И вообще глушители тоже можно было бы, наверное, найти. Автоматы же где-то взяли. Кто затупит? Рус?
Амара. Вроде оторвались, пацаны. Что такое, пацаны? Ты что, зомбак? Стойте. Безобидный. Чё? Безобидный зомбак? Первый раз в жизни такое вижу. Ну, я тоже первый раз вижу, чтоб зомбаки боялись. Сам ты зомбак. Он что, разговаривает? Что теперь, убьете меня? Слышь, мы приехали за вакциной. Если ты знаешь, где она, скажи нам, и мы уедем. Ничего я вам не скажу. Пацаны, что с ним сюсюкаться? Пулю Локи покатило. Убьешь его, никакой вакцины нам не видать. В смысле? Он и есть вакцина. Чё? Вернее, его нужно доставить в лабораторию, провести исследование и разработать вакцину. То есть, по факту, мы сюда просто так приехали? Да не просто так, с помощью него мы ее и сделаем. Мара, а что ты раньше не сказал? Если бы я сказал то, что тут не вакцина, а человек с антителами, которого нужно доставить еще в бункер, вы бы поехали в город? А он наш единственный шанс на спасение. Мара, мы не нас спасаем, а Нурика. Да дело не только в нем. Мы можем спасти всех. Мара, блядь. Заебал уже со своими сказками про спасение человечества. По факту мы сюда приехали, жизнями рисковали ради этого. И это надо сейчас еще куда-то везти. Эх, Нурик, Нурик. А что, у тебя другой вариант есть спасения Нурика? Это хотя бы какой-то шанс. Так, пацаны, хорош ругаться. Мы столько прошли, на полпути остановимся. Нужно идти до Талова. Берем его и валим. Собирайся, поехали. Никуда я не пойду. В смысле не поедешь? Куда ты денешься? Поехали, говорю. Я вам не вещь какая-то. Тебе надо поехать с нами? Я никуда с вами не пойду. Делайте, что хотите. Ты должен! Должен? Когда все узнали, что у меня иммунитет, все перестали видеть во мне кого-либо, кроме добычи. Добычи? Да. За меня решали мою судьбу. Без моего согласия. Пытались продать как вещь или обменять на что-то. Поэтому я прячусь в городе. Потому что люди сюда не суются. Им плевать на меня, так же, как и вам. Никто из вас даже имя моего не спросил. А я хочу просто нормальной человеческой жизни. Хотя я сам даже не знаю, человек я или зомби. Разве это жизнь, когда прячешься от людей среди тех, кого сам боишься? Это жизнь, по-вашему? Когда каждый день думаешь, может мне просто пойти скинуться откуда-нибудь. И все. И нет меня. И нет проблем. И никто за тобой не охотится. Да никто не хочет за тобой охотиться. Мара, если это последний шанс спасти Нурика, да не ори на него. Да я сам. Слушай, ты прости нас. Такая суета, даже не познакомились. Я Тима, это Мара, Рус и Тиля. А тебя как зовут? Абу. Абу Бакир. Абу, я вижу, ты нормальный пацан. Поверь, мы не из тех, кто за тобой охотились. Просто наш друг заражен. Он классный пацан, и он жертвовал собой ради нас. И мы хотим отплатить ему тем же. Просто помоги нам спасти друга. Да, люди уже не такие, что были раньше. Многих даже людьми не назовешь. Они как животные. Но знаешь, чем человек отличается от животного или того же зомби? Не цветом кожи и не умением разговаривать, а тем, что люди всегда помогут друг другу в трудное время. И если ты пойдешь с нами, я обещаю, что никто не будет обращаться с тобой как с вещью. Просто помоги нам спасти друга. Пожалуйста. Хорошо. Пацаны, у нас новый член команды. Абу Бакир.
чё, готов переезжать? Валя, пацан, быстрее. Погнали. Вернемся к своей машине. А о чем ты? Чтобы опять за нами зомбаки всего города гнались? Вон минивэн нормальный вроде. Что будем делать, пацаны? Снимать штаны и бегать. Эй, это не вариант. Я как-то пробовал один раз. Сижу с рук, короче. Тут зомбак сбоку выбегает. Я только, блин... Да подожди, Рус, а? Это не в прямом смысле. Я так думал, ты серьезно говоришь? Так это реально не вариант. Может, попробуем их как-нибудь отвлечь? Только чтобы обратно нам, Рус, своим пердежом все испортил. Эй, ты же знаешь, что у меня проблема с желудком? Головой у тебя проблема. Эй, у тебя сейчас будет проблема с головой, понял? Чё я? Чё? Чё гоните в натуре? Давайте лучше решать, что нам делать. Чё будем делать? Подожди, блин, я жду. Ну, чувак, молодец. А где Абу? Тут был. Абу? Я Абу? И ты куда пошёл? Иди сюда. Абу, вернись. Его зомбаки-то не хавают. В натуре. И Мара, почему? Я не знаю. В смысле? Я думал, ты все знаешь. Прикольно получается, когда ни один не вдупляю, да? Прям на душе легче. Пацаны, походу, для них как свой. Он же тоже зомбак. То есть полузомбак. Пацаны, садитесь, садитесь! Быстрее, быстрее садитесь! Что там? Что ребят, это? У нас, походу, бензин кончился. Блин, Абу, нахера ты тогда топил? Если бы он не топил, нас бы уже сожрали, блин. Пешком пройдемся, что-то как целка. Нифига себе, как рассвело. Интересно, как там девочки и Даша? Сидят, ждут. Девочки и Даша. Не понял, где девчонки? Куда они делись? Сабина, Даша, вы тут? Где Даша? Где девчонки? Я не понял. Даша! Сабина! Может, они отошли просто куда-то? Давайте быстрее, пацаны, туда идите, пойдем, Тиля. Найти надо. Сабина! Сабина, Даша! Сабина! Девчонки, вы где? Сабина! Даша! Как будто бы сквозь землю провалились. Выходите, Даша, Сабина! Куда они пошли? Девчонки, вы где? Не надо было их оставлять! Тиля, сука, я тебе говорил! Сейчас. Эй, ты что, охерел, что ли, на меня все спихивать, блядь? Это вы туда из-за вакцины поехали, блядь? Да, Мара, а что ты не сказал то, что это не вакцина, а еще один зомбак, блядь? Тогда бы мы никуда не поехали. В смысле не поехали? Мы бы хотя бы девчонок с собой взяли. Я не знал, что так получится. Хули ты не знал? Успокойся, ты не знал. Ты что, ствол на своих палец? Хули не знал? Успокойся, долбоёб! Эй, сука! Иди назад от меня, сука! Тима! Ты! Лично ты должен был здесь остаться, блядь! Успокойтесь, пацаны, успокойтесь. Иди нахуй отсюда, блядь! Эй, баран, это ты начал все со своей вакциной, блядь! Я Нурика спасал, блядь! И что, спас ты его? Ребята, успокойтесь, все будет хорошо! Ты вообще заткнись, блядь!
стиля никогда ничего, сука, не понимал, блядь. Это что, блядь, охуел, что ли? Успокойтесь, вы оба! Надо просто вакцину довести до лаборатории, все станет на свои места. Да нахуй нужна такая вакцина? Даже если мы ее отнесем сейчас в лабораторию, не факт то, что что-то будет, блядь. Из-за этого зомбака не проблемы, блядь. Ты что делаешь? Хорош, Абу. Вы сказали, что будете относиться ко мне по-другому. А сейчас при мне обсуждаете, что со мной делать. Вы когда-нибудь пытались обменять как вещь? Вы когда-нибудь боялись людей больше, чем зомби? Абу, хорош, успокойся, убери пистолет, Абу. Не надоело? Я хочу быть просто нормальным. Хорош, Абу. Давай все обсудим, поговорим. А что разговаривать-то? Я же просто зомби. Все, не надо, Абу. Прощайте. Нет. Все кончено. Что за дебилы, а? Вообще тупая какая-то серия. Так, хотят спасти друга, окей, да, очень печально, друга укусили, да вообще многих кусали, но сами же говорили, типа, все, его уже не вернуть, ля-ля-ля. Тут решили вдруг оставить Нурика, потому что он все-таки классный. Ну, так у них написан сюжет, все-таки... Речь даже не о спасении человечества, а просто вакцину, чтобы спасти Нурика. Ну, хз. Ладно, в итоге девчонок одних оставляют. Девчонок одних. Ладно, они там типа молодцы, может, этот, за себя поставили, да что произойдет. Я, ладно, дойдем еще до этого. Ту-ту-ту, пацаны собираются, тут у нас внедряется любовная линия. Прикольно, прикольно, неожиданно. Вот, были, конечно, такие намеки там в предыдущей серии, то, что он, когда он заступался и так далее. Вот. Ну, короче... Интересно увидеть развитие их отношений. Мне знаете, что не нравится? То, что, вот, допустим, сейчас. Ну, короче, как вам объяснить, что все проговаривается. Поняли? Нет. Короче, вот нам надо сделать то-то, то-то, чтобы вот там ля-ля-ля, все, чтобы сразу все объясняется, короче. Типа фразочки, нам нужно бежать, а то сейчас нас зомбаки там найдут, или надо быть тише. Ну, вот такое, короче. И так это все понятно, в принципе. Тут вот Мара смотрит на карту, типа, вот нам надо вот сюда вот проехать, чтобы вот там то-то, то-то. Можно было все это переписать, типа, как-нибудь иначе, короче. Так, есть очень глупые моменты, особенно выстрел в банку Тилли. Что ты хотел этим показать, что ты изменился, научился стрелять, красавчик. Но вы, блин, приехали в город, ну, в аэропорт. Повсюду зомби, и нельзя, типа, шуметь вообще. Ну, что за бред, а? Ладно, это все было сделано ради крутых сцен в аэропорту. Окей. Есть классные моменты. Вот, зомбаки, конечно, ну так вот. Не кучей бегут на себя, а так. Дозировано, короче, по два, по три зомбака.
собрались они в центре, расстреляли всех. Вот как им повезло вообще, то что хватило патронов, абсолютно всех расстреляли, всех зомбаков. Мощно, мощно. Красавцы, как команда действовали. К-команда, все дела. Переносимся в лес к девочкам. Точнее, к тем дикарям, которые за ними шли. Те ехали на машине. Уехали они раньше, чем те вышли из того здания, с той заброшки. Проехали какие-то поезда, там, станцию поездов и так далее. Короче, далеко-далеко уехали, оказались в лесу. И эти прям по следу идут. Они прям знают, куда идут. Типа, может, они зомбаков встречают, вы не видели красный фургон, куда проезжал? А вот прямо ехал, прямо и вот налево там повернете. Ну, это вообще... бредятина. Такс. Момент с этим, с вакциной. Прикольно. Это как «Война миров Z». Ну, короче, создатели пересмотрели все фильмы про зомбаков, «Ясен пень». И даже тот момент был, когда они мимо проходили, зомби. Это такой же момент был и в «Я легенде», и в «Война миров Z», когда просто он зашел в, там, в лабораторию с лекарством, и его никто не тронул, типа, вообще нормально. И также было в «Я легенде», когда он себе вколол, его уже никто не трогал. Ну, нет, сам момент, то, что мимо него проходил зомбак, был в «Война миров Z». Человек говорил-то... А, ну и здесь чувак с иммунитетом. В принципе, нужна чисто кровь. Мне кажется, и дохлого кровь подошла бы. Не знаю. Мне единственное, что не понравилось, это то, что вот у него такой укус. Он же как человек, в принципе. Сколько он ходит с этим укусом уже? С этой кровью? Уже сколько времени прошло? Он же мог это убрать. Или он типа при своих других, ну, зомбаках не палится, что он нормальный. И я думаю, они бы его могли постоянно покусывать. Хотя фиг знает. Мне кажется, знаете еще что? Не обязательно было ему глаза вот так красить, ну, лицо красить, линзы ставить. Это, ну, то есть, делать похожим на зомбака. Можно было бы просто вот этот укус оставить кровавый, и все. Ну, то есть без крови. Ладно. Короче, замут прикольный. Его монолог о том, то, что он с ними никуда не пойдет. Ему надоело то, как с ним люди обращаются. Это вроде должно быть сильно. Вроде ты должен как-то проникнуться. Но вообще по барабану, знаете. Вот это, скорее всего, в подаче текста проблема. Потому что, ну, вообще не верится. Вот Тима, когда начал говорить, там это было как-то и неожиданно, и то, что, ну, типа, вау, ты можешь как-то замотивировать, как-то, ну, по-человечески в итоге относиться, разговаривать и так далее. Но это все было фальш, конечно, как потом окажется. Вроде бы в нем проснулся, считай, человек, правильные вещи такие говорит. А на деле уже после, когда они там собрались в лесу, показал себя настоящего. Вот, короче, мне не очень понравилось то, что он там, ой, да пипец, ты сам не хочешь, чтобы вот этих зомбаков не было, и типа нормально все стало наконец-таки, нормализовалось. Просто ты можешь помочь всему человечеству, алло.
мной пользуются, продать, не продать. Короче, ну, не очень мне эта тема понравилась. Зомбаков, вот у меня тоже был вопрос, а ничего, всех в итоге зомбаков расстреляли? Нет, нифига. Вот. А, подожди-ка. А, ну, может, и всех. Но я не думаю, там еще, мне кажется, было много кого. Короче, они вышли, и за ними уже никто не бежал. Я такой, типа, алло, а где все-то? Ну, наверное, всех расстреляли. Вот, замут с тачкой. Ну, как вам сказать? Они могли взять эту тачку, уж ладно, если там Абу их выручил и дошел до этой тачки, завел. Они же могли доехать до аэропорта, пересесть там на свою нормальную. Вы, блин, садитесь в новую тачку, ЕСМПЕ надо проверить, что как там. В итоге задержались, под Урту только пришли, а девочек уже нет. И вот тут началась сцена, то что вообще тоже очень глупая. И на этого наехали, и сами начали кусаться. Вы же К-команда, алло. Дурдом. Очень дурацкая концовка в этой серии. Вообще не зашло. Да и сама серия не зашла. А вам как? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.